Большое-большое всем привет! Меня зовут Таня, и в этом видео я хочу поделиться с вами своими покупками, которые я совершила буквально пару часов назад в магазине Fix Price. И если вам интересно посмотреть, что я интересненького нового нашла в этом магазинчике, оставайтесь, конечно же, со мной. Вообще, ради чего затевалось все это дело, почему мы поехали в Fix Price, мне очень срочно нужно было купить нагрудники своей дочери. Выглядят они вот таким образом, они, конечно, полностью из клеенки, но в этом я вижу только плюсы, потому что очень легко он отмывается и легко стирается. Огромный его плюс в его размерах, потому что он очень-очень большой и закрывает большую площадь ребенка и, конечно же, защищает одежду и самого ребенка от еды и грязи. Самый большой плюс этих нагрудников в том, что у них есть большой кармашек внизу. Они хорошего качества, в том плане, что старый нагрудник нам прослужил не один месяц, и это был наш самый любимый нагрудник, мы чаще всего пользовались именно вот этой защитой. Когда я в Fix Price их увидела, я сразу же взяла 3 штуки, как минимум на полгода нам их хватит, ура! Ответьте мне на вопрос, какие нас праздники ожидают? Помимо 23 февраля и помимо моего дня рождения, нас ожидает еще День Святого Вали, 14 февраля. Кто этот праздник любит? Я люблю, хотя не отмечаю. К 14 февраля в Fix Price появилась очень красивая коллекция, и чего там только нет. Там сейчас так много всяких красивых подарочных коробочек. Вот, например, вот смотрите, что у меня в руке, такая прелесть. Я, конечно же, запала вот на эту коробочку, и я ее сразу взяла 2 штучки, потому что я прекрасно понимаю, что этих коробочек совсем скоро там не будет, и днем с огнем их не сыщешь. Какие они классные, какие они красивые. Я сейчас попробую одну открыть, посмотрим, что там внутри. Ну, прям красиво, знаете, и даже вот эта стразинка. Конечно, она не самым аккуратным образом приклеена, но это все не выглядит пошло, это все выглядит очень зефирно, очень няшно и даже стильно в каком-то роде. А внутри, боже, какая красота внутри. Эти изготовители позаботились о том, как мы будем упаковывать подарки. Они предполагали, что все будут использовать данную коробочку как подарочную коробочку. Конечно же, я эти коробочки оставлю себе. Как любитель всего прекрасного и красивого, я оставлю все это себе. Но суть в том, что есть здесь, я не помню, как эти бумаги называются, ну типа калька, не калька, но вот смотрите. Клево, да? То есть молодые люди могут купить вот такую красивую коробочку Fix Price за 50 рублей, завернуть туда валентинку и какое-нибудь там кольцо с бриллиантом, положить в эту коробочку, девушке вашей очень понравится данный подарок 100%. Ну а я в этой коробочке буду хранить свои какие-то мелочи красивые, ну и такие женские штучки. На самом деле, мне вот, знаете, даже трогать ее не хочется, мне дышать на нее не хочется, она такая красивая. Вот какая-то коробка, да, за 50 рублей, а столько радости. Следующее приобретение, это тоже подарочная коробка, но это подарочная коробка в виде сердечка. И она такая очень-очень крепкая. Если вот предыдущая коробка, она была какая-то такая мягкая, а вот эта очень-очень крепкая. Неплохая, между прочим, коробка. Я ее, конечно же, тоже оставлю себе, как вы думали. Ага. Батюшки, смотрите, как все красиво. Очень красивые оттенки, очень красивый приглушенный розовый оттенок. Я трогаю, потому что бумага сама по себе, она такая текстурная, перфорированная, поэтому даже трогать ее так приятно. А нижняя часть, она из оттенок, знаете, такой шампанское, белое, золото, ну, как-то вот так. Вот, ну вот, я рада. Вот эти 3 коробочки после этого видео перекочуют туда, на косметический мой столик. Следующее. Приближаемся к самому прекрасному. Та-дам! Вот такая вот фоторамка. Как? Я не знаю, как ее можно тоже за 50 рублей продавать. Короче, вот смотрите. Я была в 2 магазинах Fix Price. И в первом магазине я купила ее последнюю, а во второй, который мы заезжали, уже не было таких фоторамок. И если вы тоже хотите подобную фоторамку, то я вам прям очень-очень советую скорее заглянуть в Fix Price, потому что я подозреваю, что скоро их совсем не будет там. На мой взгляд, это очень стильная вещь, которая может украсить как интерьер вашей квартиры, вашего дома, комнату вашу. Также можно приобретать в фотостудии подобные
подобные надписи, или если вы делаете даже красивые фотографии, где-то на заднем фоне поставить. Девчонки, говоря между нами, конечно, вот 50 рублей вообще не серьезно. Ну где 50 рублей, где фоторамка и такая деревянная? Конечно же, она тонкая. Конечно, это не настоящее дерево, это фанера спрессованная, ну, спрессованное дерево, опилки, но выглядит это как дерево, выглядит это вполне себе приемлемо, красиво. И из этой же серии я приобрела фоторамку. Ой, фоторамка вся отсвечивает, вам ничего не видно, сейчас открою. В отличие от этой фоторамки, фоторамка сердца, она, конечно, уже внушительная, она и помассивнее будет, и потяжелее, и покрепче. Очень красивая, тоже висит на бечевке, смотрится действительно стильно, классно, дорого. Эта фоторамка, на мой взгляд, тоже прекрасно впишется в интерьер нашей спальни. И еще, там есть разные фоторамки в фикс-прайс, я вам сейчас даже покажу аналог. У меня есть вот такая фоторамка, смотрите, угу. Очень, да, похоже. И в фикс-прайс тоже есть подобные фоторамки, тройные, конечно, они в 100 раз хуже качество. Конечно, они в 10 раз тоньше, и бечевка там тоньше, и сердечки там не деревянные. Но стоимость 50 рублей, а это я, кстати, не знаю, потому что это был подарок. Далее бьюти-тема. Девчонки, смотрите, что я нашла в магазине Fix Price. Это матирующие салфетки. Написано «очищающие, жиропоглощающие салфетки для лица». На самом деле, все эти салфетки называют не жиропоглощающими, а матирующими. И это звучит, по-моему, намного лучше. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Открывается первая крышка, там у нас еще одна крышка, как смерть Кощея прям. О, все, я достала, смотрим. Ага, слушайте, я уже вижу, что эта бумажка должна работать и будет работать. Ага, супер, супер. Салфетки действительно матирующие, они действительно убирают жирный блеск. И я все-таки считаю, что у каждой уважающей себя девушки должны быть матирующие салфетки, особенно если у вас кожа склонная к жирности. И даже если у мальчиков, если меня смотрят мальчики, и у вас очень сильно жирнится кожа, и вы не знаете, что делать, а я понимаю, что пудрой вы же не можете пользоваться матирующей, вот, вас выручат матирующие салфетки для лица. Продаются в фикс-прайс, 50 рублей стоят. И следующее, что я приобрела, это зажимы для волос в количестве 4 штук. И вот этот набор из 4 штук, он и стоил 50 рублей. Несложно догадаться, почему я вообще решила купить себе эти зажимы. На самом деле я сейчас, ну, я же постриглась, да, вы заметили, я постриглась. Я сейчас делаю себе какие-то прически, чего-то там начесы всякие делаю, кудри вью. И мне будет очень удобно, допустим, закалывать верхние пряди вот таким образом, а нижние, допустим, крутить, закручивать, вот. Зажимы как зажимы, я не знаю, что про них сказать. Пластмассовые, обычные, крепенькие, на первый взгляд, зажимы. Но мне точно для домашнего использования сгодятся. Последнее время мой каждый поход в Fix Price сопровождается покупкой чая и покупкой бумажных полотенец. Чай я теперь там всегда покупаю, вот этот Лисма с бергамотом. Я уже, наверное, всем глаза затерла до дыр. Показываю этот бергамот, не поверите, уже в третий раз, наверное, третье видео. Тоже показывала Tess Flirt, не первый раз покупаю. В фикс-прайсе этот чай стоит 55 рублей, Лисма стоит 25 рублей, дешевле нигде не найти, поэтому очевидная выгода, поэтому я там покупаю. И следующее, что я приобрела тоже, по-моему, за 50 рублей, это бумажные полотенца. Знаете, что написано здесь? Что один рулон равен 3 обычным рулонам. Ну вот как бы я на это купилась, понимаете? Там стояли за точно такую же цену, точно этой же фирмы, которые я всегда раньше брала бумажные полотенца, но они же были в количестве 2, а рядом тут стоит 1 равно 3, ну вот. Маркетологи, они же не зря деньги получают, они свое дело знают, и они знают, на что может купиться Таня. Слушайте, вот они по плотности практически не уступают бумажным полотенцам Зева. Вот тот вариант, который я показывала в предыдущих видео, где 2 бумажных полотенца, они чуть похуже этих, на мой взгляд. На самом деле, знаете, это же та же самая фирма, вот, которая Fix Price продается с двойными этими полотенцами, наверное, накручивают вот все это с одного места, поэтому не знаю. Но вот мне показалось, что они плотнее.
Ну и любители сладостей, трепещите! Любители сладостей с орешками, с нугой, с карамелью, вы точно трепещите, потому что я вам сейчас покажу очень вкусные конфеты, которые называются паркур. И они полностью ореховые, и если вы любите ореховые конфеты, то это ваша тема. Данные конфеты мы всегда с Антоном покупали в гипермаркете «Лента». И там они всегда стоили 200, не помню точно, но 250-270, ну вот какая-то вот такая была всегда стоимость. И мы всегда покупали эти конфеты там. Когда я увидела эти конфеты в фикс прайс, я их уже беру там не первый раз, но они не всегда там бывают, к сожалению. И когда я взяла первый раз, я сравнила, ну, конфеты вот один в один, честно. Поэтому, если вы любите ореховые конфетки, если вам нравятся конфеты паркур, если вы покупали их все время за 250 рублей, идите в фикс прайс, покупайте там за 50 рублей 300 грамм. Это были все мои покупки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте оценивать. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео, были все это время со мной. Всем желаю всего самого наилучшего и пока-пока-пока.